заявление подать. Да, здравствуйте. Ага. А почему? Сейчас будем разбираться, что за такое. Так спрашивают тоже меня, почему, чего, говорит, сейчас подойду. Что какой-то за бред. Здравствуйте. А что случилось у вас, к вам не пробраться прям? Ну прощупайте меня, если так хочется. Аппаратура записывающая. Скажите, пожалуйста, что нормально. Запасные блоки питания. Устройство для аудиозаписи, которое на мне. Ну, аудиорекордер. Вы из организации? Нет, мы хотим получить информацию. Ну, я думаю, мы сотруднику уже все объясним. Если, кстати, видеосъемка запрещена. Ну, вы знаете, что это все равно неправда. Только с разрешения начальника отдела. Ну, вот как раз нам начальник и нужен отдела. Вот мы хотим с ним побеседовать. Именно с начальником отдела? Да. Это мы вместе. Я, наверное, за машину пойду, у меня там инструменты. Я забыла загрузить. Вы бумажки взяли, да? Да, у меня все. Все. А что у вас? Кто? Кто за видите? Вы тогда проходите. Документы? Нет, если вы проходите сейчас, или вы зачем? У меня вы хотите... тут уболочек тут для самозащиты. Да ничего страшного, я думаю. Да пусть оставите у них на проходной, да и все. А, ну на проходную? Да. Меня тоже надо посмотреть. Думаю, тут ничего страшного нет. В карманах ничего нет? Много чего, ключи. Что-то первый раз я такое вижу. Раньше вроде все нормально было. Антитеррор. А? Антитеррор. Что-то вообще? Я понял. А сыночки, что у вас? А как начальника вашего зовут? Сейчас временно исполняющий обязанности начальника. Ну как его, с кем общаться можно? Планов на Скрылавович. Как? К нему, у него есть приемные часы, это определенные. Ну, нам любой человек, который мы объясним проблему, нам на самом деле минутная... Кто заявитель именно? Анна, не помню, как фамилия. Я ее представитель. Законный представитель? Законный, это мама, папа. Давайте я не буду вам объяснять. Ордер, да? Вот ее устного заявления будет достаточно для того, чтобы представлял я ее интересы. Если вам нужна нотариальная доверенность, то сослитесь на норму права. Что еще у вас? Ножичек, говорю, Майкротек. Посылки открывать. Слушайте, что вы устраиваете? Пойдемте уже. Я могу вам отдать, это понятно. Я могу... Давайте уже не на улице мы будем этим заниматься, а зайдем в помещение. Проходите тогда. Пойдемте. Видеозапись пока. Включите. Начальника позовите. А вы пришли, вам даже не открыли, да? И не запустили? Я позвонила в домофон, меня спрашивают, кто такая, по какому вопросу. Я говорю, ну мне бы в полицию. По какому вопросу? А по какому вопросу в полицию приходят, да. Мне интересно. Вот документ дают по всей видимости. Это вы что нам даете? Вам заявление не даю вам. Зачем? Ну, у нас уже много заявлений написано. Мы как раз по этому поводу и пришли. В смысле, уже написано? Уже написано. У нас вон целая папка с собой принесли. И в прокуратуру, и вам, и все что угодно. Начальник. А? Или ранее уже написано? Ранее написано. Именно по этому вопросу мы и пришли. Я могу как бы вам этот момент объяснить, но думаю, в этом нет необходимости. Лучше сразу напрямую начальнику, от которого зависит принятие решения. У нас задача какая? Просто получить данные для того, чтобы его идентифицировать в исковом заявлении. Ну да, я об этом написала. Да, и получить, если есть постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, то его получить на руки. Да. Там в любом случае есть какие-то данные о том, что и в суде как бы сослаться, что как бы вот поэтому подаем гражданский иск, поскольку признаков преступления не обнаружено. Вот я пишу, в связи с чем прошу определить личность мастера, который, мастеров, которые мне оказывали услуги, для того, чтобы я обратилась в суд. Да, да. В этом-то суд и заключается проблема. По поводу чего заявление? Давайте я объясню. Смотрите, очень, очень вкратце. Человек на Авито заказал услуги по ремонту холодильника. Пришли люди, сняли запчасти и пропали. Было написано заявление о совершении преступления. Сказали, что, ну, на словах, постановление мы не видели, хотели бы, соответственно, его получить об отказе возбуждения уголовного дела, мошенничество не обнаружили.
но у нас нету никаких данных, чтобы обратиться в гражданском порядке. То есть нужны данные, кого опрашивали, а их опрашивали. Вам нужна копия постановления? Копия постановления и данные, именно на кого иск подавать, понимаете? Ну, материал проверки ознакомиться. А, то есть вы ранее подавали вот по этому холодильнику? Да. Три раза. Ремонт, да? Да. Ремонта не было, в том-то и дело, что у человека осталась плата, там вот это все, и мы не можем никак в итоге решить эту проблему. Либо в суд. То есть, а вам по почте копии решения не пришли? Нет. А, и прокуратура узрела нарушение, и в ваш адрес направила требование об устранении этого нарушения. Понятно. Рабочей неделе надо. Нам, понимаете, месяц прошел. Заявление написать. Не надо заявление. Нам надо здесь и сейчас. Поговорить. Это минутное дело, как этого человека зовут. Нам надо хотя бы какие-то данные. ННН. В исковом заявлении нужно указывать. Смотрите, сейчас пишется заявление на ознакомление. Мы писали. Написано ваш адрес. Да, по запросу материалов. Все сделано, пришли за результатом. И в прокуратуру написано, и в генпрокуратуру написано. Уже исковое заявление подготовлено. А, да. Мол, на. Вы от себя и писали. От себя именно, с моей электронной почты. Уже все сделали, как говорится. Огонь и воду прошли. И все равно заявление. 9-го есть последнее обращение. Все верно. Ну, возможно, да. Это первое обращение. Оно было написано не на наше дело, на город, да, на городской. Ну, вам же расписали на Щербакова сюда, в отдел полиции номер 3. Вы лично приходили сюда? Нет, я приходила на Кольский, расписали участковому. Ой, не на Кольский, а на этот. Бросил Рамов? Нет. На морскую. А, на опорный пункт? На опорный пункт, да. Что ли? Данных товарищей участковый опрашивал. Соответственно, он паспорты их проверял, тому подобное. Как зовут, имя, отчество, чтобы на кого исковое заявление подавать. Заявление готово, а на кого подавать не знаем. Договор письменный не заключался. Люди пришли, взяли плату и пропали. Смотрите, по вашему обращению принято решение об отказе возбуждения уголовного дела. Оно сейчас находится у нас в архиве, либо в прокуратуре. Сотрудник у нас там работает гражданский. Его вот сейчас есть можно поднять, потому что как-то позволяет было заметить. Вам лучше прийти это в будний день, в понедельник, когда у нас будет сотрудник здесь. Вы напишете заявление. У нас написано заявление. Написано заявление. Вам должны позвонить и пригласить вас на решение 10 дней. Прошли 10 дней прошло с того момента, как вы написали заявление. Скорее всего, просто мысли потеряла. Материал находится в прокуратуре на проверке законности и обоснованности принятого решения. Просто его в настоящий момент может здесь не быть. Он может быть в прокуратуре. Потому что после того, как принимается решение, то или иное, либо возбуждение уголовного дела, либо об отказе нашими сотрудниками, отправляется в прокуратуру. Прокурор проверяет законность и обоснованность принятого решения. Так он уже проверил и направил требования в ваш адрес устранить эти нарушения, отправить в мой адрес. Это все равно в понедельник к вам подойти и здесь начальник участкового. Чтобы она посмотрела, у кого, или он посмотрел, у кого находится материал отказа, дополнительная проверка. Сейчас просто не найдем. Просто сейчас можно никого не подходить. Я вот, понимаете, вот насколько я знаю, сотрудники полиции работают без выходных. И говорит, что мы сейчас... Нет, это не все. Не все. Без выходных работает дежурная часть, круглосуточно. Другие сотрудники работают. Хорошо, как нам сделать так, чтобы все-таки мы оперативно узнали данные того человека, чтобы мы подали исковое заявление? Данные сейчас никто так в беседе никто не скажет. Я про это и спрашиваю. Может быть, копия какая-то в деле осталась? Вы же не отдаете все с концами? Вы же наверняка оставляете какие-то архивные документы. На основании вашего заявления, если вы говорите, оно написано, с вами должен связаться сотрудник. Так 10 дней прошло, и он не связался. Еще одно нарушение. На мне сколько раз-то в прокуратуру писать? Можете еще раз обратиться в прокуратуру или в понедельник подойти сюда, когда будет руководство здесь присутствовать. Ну, у вас же есть сейчас начальник какой-то, вы же его хотели позвать нам сюда? Да, можно мы просто пообщаемся, можно который у вас самый старший? Можно нам сфотографировать. Если нам руководства сейчас нет, пока в отделе. Ну, я имею в виду тот, кто старший в смене у вас сейчас. Ну, старший дежурный, кто у вас самый главный?
Кто-то же главный есть, правильно? Соответственно, от руководства есть. Ну вот кого нет? Не находится. Он еще ездит, проверяет посты и так далее. Сейчас его здесь нет. Когда он будет? Примерно за 2 недели. Может, через час, через полтора. Смотрите, как вас зовут? Что у нас что? Ну нет. Как вас зовут? Я вас про невидного вижу. Артем Сергеевич. Артем Сергеевич, смотрите, я просто не первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией, когда я запрашиваю, ну не я, там, допустим, мой доверитель запрашивает материалы дела, проверки, чтобы, ну, там, взять какую-то информацию. И это длится очень-очень долго. Вот в идеале про 10 дней, мне многие говорят об этом, но это и не 30 дней, и не больше, то есть месяцами. И в итоге не дают посмотреть, понимаете? Я просто не хочу, чтобы у нас точно такая же ситуация получилась. Потому что мы на данный момент к вам претензий не предъявляем. Мы просто хотим, раз вы отказали, если вы не усмотрели признаки преступления, соответственно, мы должны в гражданском порядке выйти на этих людей и попытаться взыскать с них все, ну, причитающиеся. Ну, как минимум, вернуть плату. Сегодня вас с этим материалом никто не ознакомит. Хорошо, мы можем как-то, там, вы возьмете на личный контроль, и мы оставим вам номер телефона, вы позвоните, и мы подъедем. Сейчас то, что могу обещать, я могу телефон вам ждать, ответственному от руководства. Ну, как бы обратите его внимание, чтобы это было не 30 дней, не 2 месяца, не так далее, чтобы мы не проходили вот этот круг туда-сюда, вот это в прокуратуру, жалобу и тому подобное, чтобы это было оперативно. Если вы хотите, вы можете сейчас написать повторное заявление. Мы же писали, понимаете, мы поэтому пришли сюда конкретно уже получить результат. Да нам не проблема, мы придем в понедельник. Вопрос только в так, чтобы мы не пришли в холостую. Пускай мы пришли сегодня, в субботу, у вас там что-то не работает. Вопрос не в этом. Давайте все-таки решим, чтобы в понедельник мы получили результат. Нам нужно просто исковые данные указать, кто у нас является ответчиком. Я понял. Смотрите, вы прежде чем сюда идти, напишите телефон начальника участкового. Рабочий телефон, да. Вы позвоните туда, с ним договоритесь о встрече, просто объясните ситуацию. Вот когда писали, где, у кого на рассмотрении находится, ну сами понимаете, какой-то материал. Он вас может самим участковым состыковать. Смотрите, давайте, вот я почему не хочу вот это звонить. Во-первых, мы не дозвонимся, во-вторых, по телефону никто ничего решать не будет. Но вы, вот они будут вести себя точно так же, как сейчас ведете и вы. То есть они нас будут... Я не отвечаю телефон, и можете даже не записывать. Я по этому телефону звонила на протяжении 2 недель, наверное, где-то завтрак, обед и ужин, свободное время. И я ни разу не дозвонилась ни по одному телефону, который у вас размещен на сайтах, на каких-то других ресурсах, средствах массовой информации. Выключай скорее плеер. Напишите еще раз заявление на договоренности. Это минутное дело. Прошу вас ознакомиться с таким-то материалом. Смотрите, я вам объясню, почему мы не хотим писать еще раз одно заявление. Потому что вы, послушайте меня, потому что вы потом будете ссылаться на вот это заявление с новой датой и так далее, и так далее, и так далее. Мы не хотим вам давать повод для отписок. Было заявление, его одного достаточно. Мы сюда пришли именно за результатом. Либо, по крайней мере, чтобы конкретный человек пообещал. Это заявление ушло на ваш официальный сайт МВД по вашему, например, в 3-е отдел полиции. 11-10. Сегодня ровно 10 дней, как прошло. И сегодня ровно месяц, как я живу... Вы его писали, вы его на сайт отправляли. Это личное мое обращение, как граждан. У вас есть форма обратной связи с... Ну, я понял. С вашим управлением. Смотрите, там система такая, с электронной почтой. Она приходит на ГУВД города, а потом спустя даже несколько дней только оно придет сюда. Уже 10 дней. Смотрите, у нас... Анна, подождите. У нас есть определенный порядок подачи обращений, в том числе через вот такой удобный сервис, как электронная почта. Я вам открою секрет, я думаю, вы знаете. В первую очередь вы отрабатываете все поступления, которые приходят в электронном. Виде. Объясняю, вот этот вот сервис электронный находится в ГУВД города. И ваше заявление, которое поступает, оно регистрируется там. Далее, там в ГУВД города смотрят, к какой территории оно относится, и отправляет по почте в отделы территориальные. Приходит оно по почте сюда. Вам только что сказали, что Красивее. Вот когда заходим на сайт, да, там можно выбирать, куда адресаты, куда отправлять. Округ
выбирать и... То есть конкретно ваш отдел. Я уж не знаю, как технически это у вас происходит, как это, кто там за компьютером сидит. Но то, что адресат были вы, и поэтому вот эту историю про то, что это попало туда, потом сюда, может быть это так, я не собираюсь спорить, я этого не знаю. Но нас это не должно никак абсолютно волновать. Мы подали, вот про 10 сроков, которые вы сказали, 10 дней, вот мы пришли, сроки прошли. Мы хотим получить результат. Нам не надо ничего такого сверхъестественного. Просто не нужны данные человека, на которого иск подать. Имя, отчество, пока, пожалуйста. Мамаев Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, понимаете... Субботу мы сейчас ничего не решим. Я не про это. Мы уже решили, что сегодня я ничего не получу. Мы хотим получить конкретно вот от вас, там, вы представите, скажете, что приходите в понедельник, я решу ваш вопрос. Ну или, по крайней мере, не в понедельник. Не могу, потому что меня в понедельник здесь не будет. Хорошо, поэтому мы говорим, чтобы пришел сюда ответственный человек, который скажет, я беру на себя инициативу, то есть я беру на себя ответственность, я вам гарантирую, что я решу этот вопрос. Мы не будем затягивать этот процесс, я не буду вам давать телефоны, на которые не отвечают. Участковый, который по телефону ничего разговаривать не будет, точно так же скажет, приходите туда, он вас пошлет сюда, понимаете? Вы нас посылаете туда, он вас сюда, и так будем туда-сюда ходить. Владимир Владимирович, давайте мы определимся с вами так. Подходите во вторник, сам, ну не знаю, по 11 к 11 я буду на месте, мы разберемся с вашим материалом, если найдем... Хорошо. Найдем исполнителя и направим вас к исполнителю. Хорошо, как вас зовут, чтобы как бы уже говорить о том, что вы мне нам пообещали, и во вторник мы придем, сейчас мы запишем. Бухаров Дмитрий Павлович. Как? Бухаров Дмитрий Павлович, начальник дежурной части. Дмитрий Павлович Бухаров, запишите. Подойдете, и мы... Хорошо, хорошо. Сейчас мы запишем, просто чтобы не забыть, во сколько подойти и все остальное. Потому что вопрос должен решаться. Не должно вот так вот перепихивание идти туда-сюда. Понятно, можно кучу жалоб еще подать, написать, а толку-то какой? Понятно, это понятно. Так, Бухаров Дмитрий Павлович. Начальник дежурной части. Чтобы сейчас просто ни вас, ни нас не задерживать, мы... Пообщаемся и там уже какой-нибудь консенсус придем. Да, да, да. Начальник дежурной части. Во вторник, это у нас какое число будет? Да вон календарь. 24-е. Пишите 24-го во вторник. В 11, да? Ну, буду пока совещание, пока туда-сюда, где-то к 11 часам, да. К 11 часам. Все, мы подойдем. Ну, вы проблему поняли, да? Да, я понял. То есть нам нужно подать исковое заявление на этих товарищей, а мы их даже не знаем. Хотя бы сориентируем, у кого находится материал, состыковать нас с человеком, то вы подошли и с ним ознакомились. Вы даже если... Нам даже ознакомиться не надо. Просто дайте нам данные, на которые мы подойдем иск. Но это все равно. Это мы не можем вопросы дать на бумажке вот так вот. Ну, я понял. Нам не данные человека. Я понял. Нам секундное время. Чик, все, сфотографировали. Если у вас написано заявление на ознакомление с материалами проверки... Чтобы списать ваше заявление, мы вас должны ознакомить с материалами данного проекта. Ну, понятно. Вы сами понимаете. Все это дано, да? До вторника. Поставить номер телефона, чтобы вы позвонили? Да, запишите на всякий случай номер телефона Анны и мой. Вы мой запишите, я буду, чтобы вы... А, запишите его номер телефона, да. 15-12. У тебя 40-60-12. 40-60-12. И девчонок на всякий случай. Скажу. Или позвони, или 40-60-22. У нас как бы два телефона, мы с 9 утра на месте, но там... сами понимаете, совещание, все остальное, мы с вами уже там по времени обговорились. Дмитрий Павлович, можно вас попросить, если вдруг что-то изменится, что-то поменяется, вам не сложно будет нам поставить в известность, чтобы мы во вторник просто так не тратили время и не приходили? Мне свой телефон. 921 6-6-1 Владимир. Ну, понимаете, да, все-таки мы тоже люди заняты, и так вот тратить время, чтобы в холостую прийти. Скажите, у вас номер куст первого обращения вашего, с которым вы хотите ознакомиться? У вас что-то осталось, талоны, может. Все, все есть. Талоны, либо что-то, нам просто... Есть, есть и куст, есть, все есть. Находится материал. Да, участковый... А, это вам это ваше сообщение с тем, рассмотрим его. Бурчанов уже не работает. Ну, это, да, но все равно материал-то есть. Будьте добры, мне я сейчас с него копию сниму. Вашего согласия. Все, Дмитрий Павлович, спасибо. Надеюсь, что во вторник мы решим этот вопрос. Нам нужны ФИО, паспортные данные и адрес. То, что вставляется в исковое заявление. Мы найдем у кого этот материал. Мы, я вам еще раз объясняю,
Если у человека написано, вот вы писали, прошел ознакомиться с материалами, мы его и должны ознакомить. Не просто вот дать там, вам какие-то данные. Не-не-не, нам нужен первый первоначальный куст. Вот у кого? А, вам, если вы про заявление об ознакомлении дела, то оно тоже отправлено вам. Да понял, понял, это я понял. Угу. Ну все, спасибо большое, до свидания. До свидания. Угу. Мы самое главное что сделали? Взяли вот этого человека конкретный, который представился, причем представился начальником отделения, взял на себя инициативу, и, соответственно, он должен исполнить. Если он это, соответственно, не исполнит, ну, будет балаболом. Я думаю, он не хочет быть балаболом, правильно? Ну, в любом случае, мне кажется, любому человеку будет неприятно быть балаболом.